Всем привет! Как многие из вас знают, меня зовут Наташа, и это мой канал со влогами, где я рассказываю о своей жизни, о своих путешествиях и о своем расхламлении. В процессе расхламления ненужные для меня вещи я раздаю или разыгрываю среди своих подписчиков. И вот, наконец-то, настал этот долгожданный день, который я анонсировала уже не раз. У меня духи Элизабет Арден Green Tea Nectarine Blossom. Это классные духи, которые стоят достаточно дорого. Они новые. Ну, я только пшикнула пару раз, чтобы понять, мой запах это или не мой. И я поняла, что это не мой запах. С ними мне нечего делать. Поэтому я решила сделать приятное своим подписчицам и разыграть среди них эти духи. Что нужно для того, чтобы получить эти духи? Нужно быть, конечно же, подписанным на канал и написать в комментариях под видео «Хочу духи». Чтобы подписаться на канал, под видео нужно нажать красную кнопочку и нажать колокольчик. Чуть позже я расскажу, почему это важно сделать. И потом написать комментарий. С телефона иногда кажется, что сразу нельзя написать комментарий, но на самом деле, если вы промотаете, проскроллите все видео, которые идут под видео, предлагаются, то там будет окошечко «Оставить комментарий». Это если вы с телефона. На компьютере все гораздо проще, там сразу легко оставлять комментарии. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарии о том, что вы хотите духи. Когда я буду разыгрывать, я каждому сообщению присвою номер, и на рандоморг потом мы определим. В принципе, не раз уже у нас розыгрыши были здесь, я отправляла девочкам. Мальчики у меня еще не побеждали, хотя участвовали. Наверное, потому что девочек больше. По теории вероятности, вероятность того, что победителем будет девушка, выше, чем вероятность того, что победителем будет парень. Вот. Почему важно подписаться? Я не буду проверять, подписались вы или нет на мой канал. Для меня это не принципиально. Вопрос подписки состоит в том, что уже проводились розыгрыши, и не раз победители не выходили на связь, и я выбирала еще, кроме победителя, выбирала пару запасных номеров, и ни разу с победителем я не смогла связаться, отвечали вторые и третьи номера, которые выбраны. То есть, возможно, сейчас будет первый раз, когда победит первый раз. Вот, поэтому очень важно подписаться, нажать на красную кнопочку и нажать на колокольчик. Если вы просто нажмете на красную кнопочку, то что это будет значить? Это будет значить, что вы не будете получать извещения о моих видео, но вы будете иметь возможность зайти в раздел подписки у себя и там найти. Сможете ли вы найти мои видео в этих подписках, будет зависеть от того, сколько у вас там подписок. Если у вас там сотни каналов, которые выдают в 10 раз больше видео, чем я, то вы не найдете мое видео, потому что оно потонет в недрах других. Если вы нажмете на колокольчик, то тогда у вас будет выскакивать извещение, когда я добавлю видео на свой канал. Это вы можете точно так же взять свои подписки, проанализировать и подумать, где вы хотите нажимать колокольчик, а где вы не хотите. Вот. Поэтому, соответственно, когда я проведу розыгрыш, а розыгрыш будет проведен отдельным видео, я вам могу даже сразу сказать, что это будет 23 августа, да, это будет день рождения моего мужа, и я решила приурочить вот такой розыгрыш к дню рождения своего мужа. Почему важно быть подписанным? Потому что если вы не подписались на канал, то когда выйдет видео с определением победителя, вы об этом не узнаете, вы уже к тому времени и забудете, что вы тут написали о своем участии, и то, что я вам буду отвечать в комментарии, либо то, что я вас назову в видео, на вас никак не отобразится, вы об этом не будете знать, и вы бы могли получить эти духи, но вы их не получите, потому что вы не подписались на канал. Да, все предыдущие победители именно вот так вот и выходило, что те, кто были первые номера, они почему-то не отзывались, они не видели этих видео и доставались вторым и третьим номерам, которые были. Вот, поэтому, ну, я выбираю одного основного, да, победителя, и потом второй и третий запасной, так сказать, вариант, если не выйдет первый на связь. И, естественно, так как я не собираюсь там держать и ждать полгода, пока вы выйдете на связь, то победителю я даю там сутки обычно для выхода на связь после выхода видео.
сутки для выхода на связь. Потом право получить этот приз, право получить этот подарок переходит другому. Вот. Поэтому очень, поэтому важно подписаться, важно поставить колокольчик для того, чтобы вы знали, когда выходит новое видео. Все, всем пока-пока, всем удачи, не забывайте писать в комментарии обязательно, что вы хотите получить духи, потому что комментарий — это одно из главных условий розыгрыша, без него вы не получите номер, без него вы не будете участвовать, а подписка — это очень важный элемент для розыгрыша, потому что вы тогда сможете узнать, победили вы или нет, с большей вероятностью, и не потеряете свой шанс, если он у вас будет. Вот. Ну, а лайк под видео, это вы просто сделаете мне приятное. Поэтому, смотрите, я стараюсь делать всем подписчикам приятное, я стараюсь дарить вещи, которые, ну, могла бы кому-то другому просто подарить, выйти на улицу, обрадовать. Ну, я стараюсь для вас, снимать что-то интересное, может быть. Поэтому ваш лайк мне будет очень приятен. Все, всем пока-пока, и не забывайте, что вас ждут духи.